Во вистинска зима, евене во Москва, на прагот на пролета, се наоѓаме во културниот центар на Москва, на площад од Свердловск. Зад нас е Большој театар. Од мојата лева страна е едно од најстарите зданија културни во Москва, малиот театар, московски. Од другата страна е детскиот театар, додека во позадината се наоѓа зградата на оперетата, која некогаш беше дел и експозитура на Большој театар, а како што ни рекоа, од следната година повторно ќе стане дел од работата на Большој театар. Значи, во Центарот на културното збиднување, евене, драги гледачи, овде, се надевам дека од емисијата што ќе ја проследите, ќе имате можност да се запознаете со македонското присуство во културното живење на Москва, затоа што вчера беше премиерата на текстот на Горан Стефановски «Тетовирани души» во режија на Слободан Унковски на сцената на Мала Брона како соработка на Македонскиот народен театар од Скопје и Мала Брона од Москва. Вие сте директор на театарот Мала Брона, со кого Македонскиот народен театар има веќе соработка во изминативе години. Дали ќе сакате да не информирате малку пообемно за соработката на овие два театри и како дојде до тоа вечерашнава представа да биде реализирана? Это вопрос интересный. Интересный он потому, что несколько необычный опыт. Необычный и удавшийся. Сейчас время, когда нужно говорить правду, и критические слова можно говорить. Хочу вам сказать, что не во всех случаях непосредственные творческие связи между театрами получаются удачно. Иногда это бывает формально. Мне, как представителю этого коллектива, приятно, и это моя гордость, что мы свои планы реализуем. Наши отношения существуют около 10 лет, с тех пор, как театр на Малой Бронной работал на гастролях в Югославии и был на Битофе, вы знаете такой фестиваль, конечно, и получил гран-при за спектакль Анатолия Эфроса по пьесе Мольера «Дон Жуан». И это интересно, были мы на фестивале в Битофе и гран-при в Белграде. А непосредственные отношения начались с Македонским театром в Скопје. И они до сих пор держатся на хорошем уровне, эти отношения. Думаю, что за счет, прежде всего, человеческих и дружеских контактов. И у нас такие установились с генеральным директором Македонского народного театра Ристо Стефановским и Любчо Петрушевский, директор драмы. Кстати, они сейчас здесь. Я как раз хотел вам сказать, что вчера в Москве высадился македонский десант. Мы встречали в аэропорту Шереметьево 25 человек. Артисты, репортеры, журналисты, все приехали на македонскую премьеру. Вы знаете, это оказывается большое дело. Мы сами не очень понимали, что тут происходит. А происходит вот что, что на советской сцене впервые идет македонская пьеса. И в постановке македонского режиссера. Кстати, очень интересный автор. Я хочу вам показать, что мне вчера подарили Горан Стефановский, издан в Москве в издательство «Радуга», в переводе Натальи Вагаповой, его пьесы, и 15 тысяч экземпляров, как мне сообщили, в 2 дня было раскуплено. И Горан
по городу ходит, смотрит, где ему авторские экземпляры купить. Немножко ему дали, но друзья все забрали. Вот. Кстати, как видите, у меня здесь история македонского народа. Ну, уже если сотрудничаешь, надо знать. Но это так, я вам рассказываю. Хочу вам сказать вот что. Как возникла идея? Возникла идея такая. Евгений Лазарев, наш главный режиссер, едет в Скопле и ставит спектакль «Ящерица» по пьесе Володина. Это мы осуществили точно в срок. В сентябре прошлого года была премьера. Затем мы договорились, что 20 марта, то есть сегодня, когда мы с вами разговариваем, должна состояться премьера пьесы Горана Стефановского «Татуированные души» в нашем театре в постановке режиссера, как нам кажется, одного из самых крупных режиссеров, молодых перспективных режиссеров Югославии, Слободана Унковского. И сегодня, 20-го, вы будете участниками премьеры. Мы вас приглашаем, пожалуйста. Ну, я вам хочу сказать, что я вас легкомысленно приглашаю на сегодняшний спектакль, потому что мест и билетов нет. Но где-нибудь мы вас посадим сегодня, подумаем об этом, как с этим быть. Актерите кои ги носеа главните улоги во оваа представа, Игор Јанковски и Сергеј Тарамеев. Ке поразговараме со нив сосема кратко, прашањето е едноставно. Како ја доживеавте улогата, одделно секој од вас, вашата улога и каква беше соработката со режисерот Слободан Унковски? Для меня этот вопрос сложен, потому что я был назначен на эту роль вторым составом. С два состава. Ну, а так как срок маленький был всего лишь, мы репетировали два месяца, и поэтому в основном я сидел сзади, а репетировал первый состав, и сидел и переживал, так, ждал своего часа, минуты. Ну, а очень хотел сыграть эту роль, потому что мне понравилась эта роль, и вообще странный человек, вся эта ситуация и та тема, то, о чем хочет сказать этот спектакль. Ну, мне казалось, что многим людям это будет интересно. Вот мне хотелось это сыграть, очень хотелось, поэтому я весь ждал. Ну вот, в один прекрасный день, значит, мне сказали, ну, теперь давай ты попробуй. Я попробовал. Попробовал раз, попробовал два. Ну, вот так получилось, что я теперь стал в первом составе. Так что это была какие-то трагедии, коллизии. Внутри спектакля были. Я интеллигент, космополит. Кто? Кто интеллигент? Я интеллигент. Космополит. Космополит. Да ты не кот, не собака, не рыба, не мясо. Ты турист, приехавший к нам на сафари. Отчасти интеллектуал. А, уровень. Отчасти анонист. Немножко герой, немножко предатель. Немножко левый, немножко правый. А ты кто такой? Кто? Ты. Я? Сажусь, два. Работаем, Серёга. В общем, мне было сложно переступить через себя, дабы вот там почувствовать эту природу этого моего персонажа. Слободан мне, в общем-то, помог, потому что он как-то заставил поверить в то, что я могу это делать.
Вот. И он до того чувствует нас всех, что ты невольно расслабляешься, и тебе легко очень работать. Верит в тебя. Он верит в тебя, и как-то удивительно легко с ним работать. Ну вот и все. Я очень рад, что есть такая работа. Очень рад. И что... Спасибо судьбе. Типичный образец рекрута из рядов индустриального пролетариата. Вырос в каменных джунглях. Посещал плохие школы. У семьи для тебя не было ни времени, ни любви. Вырос на улице, где царил закон сильного. Твои внутренности забиты дерьмовой пищей, а голова дерьмовой литературой, дерьмовыми фильмами и дерьмовыми идеями. Что? Мечтаешь о карьере народного трибуна? Да каждый, кто хочет, тебя эксплуатирует. Ничего не решаешь, ни на что не влияешь. Все виды общественной жизни для тебя чужды. Ты мне ясен, насквозь прозрачен. Ты мне не интересен. Утрено очекува премиерата. Дали веќе имаш представа како ќе биде примена? Па не, јас доста, јас очекувам дека ќе биде интересна примена. Овие луѓе што ја гледаат на пробите имаат некакво, некакви позитивни таласи чувства. Ке видиме, еве денеска се собира прв пат публика, ке видиме како ќе помине. А се надам утре ќе биде интересно за гледачиве одека. Во секој случај, јас знам публиката поона што ја видов на други представи, меѓутоа не знам каков еден ваков текст со некакви работи што досега ги немало на овдешната сцена, како тој текст ќе функционира тука. Па останува уште да ја дочекаме премиерата и да го продолжиме разговорот утре или прекутре. Да, може. Я этого не предвидел. Хочу не во что вмешиваться. Мне необходим чистый состав без примесей. Ну, только что закончился художественный совет, и должен вам сказать, что это было принято на самом высоком уровне, самыми разными людьми. Там разный народ в художественном совете, но мнение одно, что это просто замечательный спектакль, в котором актеры открылись с неожиданной стороны. Причем он во всем прекрасен, и в сценографии, и в музыке, и в единстве, которым он сделан. И еще самое замечательное, что основная мысль, которую, по крайней мере, я уловил здесь, это как Слободан Унковский очень с большой любовью относится к большой части эмиграции, находящейся за пределами страны, сколько у него боли за них, сколько, как его сердце болит, как он их любит. В общем, словами трудно выразить. Я думаю, только скажу, что этот спектакль, по-моему, будет жить у нас очень долго, иметь аншлаги и иметь огромный успех у советского зрителя. Вот так. Како вие го доживеавте текстот на Горан Стефановски и самата улога?
Знаете, прежде всего, как говорить о тексте, я хочу сказать о том, что я никогда в жизни на сцене не танцевал. Это для меня было даже сложнее, чем освоить текст пьесы. Вот, и 2 месяца я бил чечетку. А то, что касается текста, знаете, эта пьеса, когда мы ее читали на труппе, поначалу очень разделились мнения. И мы чувствовали загадку, ребус, который для нашего театра, психологического, углубленного, была привнесена здесь какая-то новая стилистика. И вот работа над этим текстом, над этой новой стилистикой, для нас было каждый день. Я не утрирую, что каждый день постижение и абсурдистского текста, и житейского, и бытового, и философского, и притческого, библейского, какого угодно. И вот это соединение, оно доставляло нам и радость, и мучения большие. Постепенно это все складывалось воедино, благодаря такту, объяснениям режиссера того, что он хотел. Я думаю, вот это ритмовое соединение многих, коллаж многих вещей и дало эффект, который будет и на сцене нашего театра уникален спектакль. Другарки Антонина, как вы доживаете улогата на Алтана? Ну, во-первых, мне сразу понравилось. Сразу понравилась эта роль. И знаете чем? Вот, что она, как мне показалось, что это вроде вот мать Македония, что ли так, я бы сказала, там, за рубежом, которая болеет за них, за всех, страдает за них, за всех, которая хотела бы вернуться, но уже 40 лет, уже ей некуда вернуться. Причем эта проблема не только, вот как я в своем монологе говорю, не только о маленьком народе, но... Это и вообще про все народы, и про наш, в частности, тоже. Потому что думаю, что тем, которые живут там, в Америке, в Германии, во Франции, где угодно, я думаю, что это трагедия, личная трагедия, потому что как растение не может жить без корней, так и... Человек не может жить без Родины, он просто пропадет. Ну, это моя вот такая вот точка зрения на эту роль. Очень люблю свою Алтану. Смотрим на мир через прицел снайперской винтовки. А когда человек чувствует, что все против него, разве это жизнь? Если он думает... что весь мир – это огромный заговор. А ведь в мире есть и доброта, и любовь, и честные люди. Вот наш народ расселен. Это мы так думаем. Но ведь весь мир расселен. Все думают, что вокруг него враги, и что ему чего-то не достает, и он готов бежать на край света. Но куда ни двинешься, везде межа. Север не выносит юга, восток запада, Европа не любит Америку, Ирландия Англию. Один город против другого. А в этом городе враждуют 2 квартала, а в этом квартале 2 дома дерутся насмерть, а в этом доме 2 семьи.
а в семье два человека ненавидят друг друга. Если так будет продолжаться, спасения нет. А если нет спасения, так нет жизни. А если нет жизни, так нет ничего. Только смерть. Се наоѓаме на сцената на театарот Мала Брона во Москва. Денес е 20 март. Еве веќе е 16 часот. За 3 часа ќе започне премиерата на представата Тетовирани души на Горан Стефановски во режија на Слободан Унковски. Присуствуваме на местењето на сценографијата и се надеваме дека се ќе биде во најдобар ред и дека за 3 часа ќе го дочекаме тој пријатен момент на представување на македонската култура, ниствореќето на Горан Стефановски и поставката на Слободан Унковски. Там сейчас Слободан делает на сцене последнее замечание актеров, уже будет полный зал зрителей. Завтра премьера. Спектакль нас, поставленный Слободаном Ункой, очень взволновал. Он непривычный для советского театра, он резкий, уже есть разные мнения, это хорошо. И я думаю, что сейчас как раз дружба между театром на Малой Бронной и Македонским национальным театром переживает свой пик, какую-то свою кульминацию. Мы единственное хотим, чтобы Унка приехал к нам еще и работал. Театр его полюбил, актеры его полюбили. Мы хотим, чтобы его полюбили и советские зрители. У нас есть дальнейшие планы. Я оставлю эти планы для следующего репортажа, который, я надеюсь, у нас с вами состоится, потому что завтра будут переговоры нашего театра, руководства нашего театра с руководством Македонского народного театра. Хочу вам только сказать, что сегодня на премьере будет дипломатический состав посольства Югославии в Москве, будут представители Министерства культуры, Министерства иностранных дел СССР и, самое главное, Его Величество зритель будет присутствовать сегодня на премьере. Нам кажется, что спектакль получился. Вчера художественный совет смотрел и дал очень высокую оценку этой работе. Высокую оценку. Мы думаем, что Унковский режиссер европейского класса. Можно на нем ставить клеймо «Мировой стандарт». Значит, и думаю, что это будет интересно нашим людям. Проблема в пьесе не локальная. Она общечеловеческая, универсальная, совершенно точно, универсальная проблема. Она не касается македонцев, и она не только говорит о судьбе македонских эмигрантов в Америке, она вообще говорит о проблемах эмиграции, о потерянных судьбах, и что самое главное, о внутренней эмиграции, которая еще, к сожалению, существует в странах. Всюду она существует, эта внутренняя эмиграция. Об этом нужно говорить, а с этим, об этом нужно показывать и в наших пьесах, с наших сцен.
Вот, пожалуй, что я хотел сказать. А сейчас, если вы не возражаете, я, наверное, пойду встречать зрителей. Состав без примесей. Вот где настоящая родина, черная по белому. А ты хочешь знать заранее, какой лотерейный билет выиграет и купить наверняка? Стал мартышкой, потому что тебе бананы предложили. Сечение. Кесарево сечение надо сделать! Отделить золото от песка. Закали железо до стали. Укрепи мышцы до мускулов. Смерть или свобода? Весь мир против тебя. За всю пулю в лоб посмотри на своих врагов. Вот они! Вот они! Вот они! Ну, я думаю, что этот спектакль взрывает жизнь нашего театра. Это особый способ философского мышления, политического мышления, художнического. В какой стране это происходит, неизвестно. Люди, которые играют в этом спектакле, мы их знаем с улицы. Спектакль острый, эпатирующий. Спектакль безжалостный к эмоциям зрителей. Нам спектакль такой очень нужен. А Унка мы все полюбили, будем работать. Вот все. Во всяком случае, вчера было интересно, что имахме на публика, която ще беше по-спонтанна и която реагираше на всеки момент. Днеска беше публиката по-сериозна, но мислам дека исто така одлично е приеми представата и наистина ми беше особено задоволство да бидам присутен и како автор, и како македонец, конечно, во крайна линия, на еден таков настан. Ми се чини дека добро помина представата, имаше пристојни аплаузи. И како се чувствуваш сега како класик, нели? Само Нушиќе овде и Крлеже игран до сега во Советскиот Сојуз. Па тој збор класик, моите пријатели многу често го потребуваат во една обратна смисла, кога сакаат да ме... Како се вика тоа, зафркава? Па јас малку така во наводници ова го ставим. Па не знам, една работа ми е многу мило што сета оваа компликација двомесечна заврши, така да конечно можам да седнам и да работам на она што сега го пишувам. Додека се дека се подготвува некоја представа, многу ми е тешко да седна па се концентрирам на нешто друго. И овие два месеца дека Унко беше на 2,5 километра далеко од Скопје, некако не може, все мисля дека сум ја тамо потребен, иако се разбира дека воопшто не бе потребен за време на подготовка и на представата. Бев со мислите некако таму, така да баш е добро што еден товар се симнува од грб. Да. Добро, да го завршиме разговоров со ова, да очекуваме нови представи, нови текстови. Да, ја би сакал една работа да направам што мене многу тешко ми оди, а тоа е на крајот на разговоров храбро да погледнам во камера заедно со тоа. Ајде. Само малку. Не се знае. Знали што Унка тоже македонец. Шеги. Еве сега камерата дојде, можеме.